Флажки и теплые улыбки, торжественная встреча под гимн университета. Его сотрудники постарались и принять тепло, и программу смены сделать увлекательной. Мы только приехали, у нас все хорошо, ждем будущее, как бы посмотреть город, впечатления оставить, отдыхать от обстановки. В целом все очень хорошо, нравится. Да, леса, поля очень, все красиво. Но ожидаю каких-нибудь конкурсов, возможно, поездок там, туристических. Университетская смена – образовательный проект Министерства просвещения России для детей из Донбасса. Они в летнее время с июня по август разными группами на базе оздоровительных лагерей при ведущих вузах страны отдыхают, одновременно знакомясь с историей России через культуру отдельных регионов. В нашем крае для прибывших подготовили массу творческих мероприятий и познавательные экскурсии по красотам и историческим местам. У нас большое количество выездных экскурсий в село Полковниково, в мемориальный музей имени Германа Степановича Титова, в село Сроски на родину Василия Макаровича Шукшина, в Барнаульский зоопарк, Барнаульский планетарий, в нашу обсерваторию. И это лишь часть насыщенной программы. Впереди 10 увлекательных дней смены. Вторая по счету и последняя в этом сезоне для детей из Донбасса официально стартовала сегодня на площадке педагогического университета. В следующем году, уверены организаторы, всероссийский проект продолжится. Елена Макаренко, Мария Мацаева, Вадим Быстревский. День с толком.